Всем привет, друзья мои! Я рад вас приветствовать на своем канале. С вами я, Роман Борисович. И наконец-то сбылось. Я вырвался на рыбалку, невзирая на коронавирус, на карантин. Никакие преграды мне не страшны. Жена как не отговаривала, я все равно поехал. Душа требует. Сейчас попьем чай. И будем ловить. Итак, друзья мои, за вас, за рыбалку, дай Бог вам здоровья, чтоб коронавирус обходил нас стороной. Никакие преграды нам не страшны. Захотел мужик поехать на рыбалку и поехал. За вас. Лучок. Хорошо. Сейчас чайку попьем. Будет превосходно. Чайничек наш закипел. Сейчас мы добавим сахарку. Вообще махом, буквально минута. И ходят две большие кружки. В палатке ураган, жарко. Камера запотела. Надо будет сейчас палаточку проветрить. Палатка изумительная. Сливочки. Да, потрепал коронавирус. Людей-то что еще будет впереди? Горячий. Аж в пот прошибло. Вчера тоже приехали, но они, я-то с ночевкой остался, а они нет. Приехали, посидели с ним. Давно не пил, перебрал. Сейчас выпил рюмочку, легче стало. Ладно, надо идти ловить. На улице еще темно. Что-то есть. Итак, друзья мои, я прямо в восторге. Все-таки я его взял. Первый. Ох, сколько эмоций. Вообще супер. Смотрите. Вот он. Ух. Вот он. Коронавирусу нет. Рома молодец. Какой. Ух, смотрите. Зеркальный. Вообще супер. Прямо супер. Ох. Ух, ух. Ох. Ладно. Вот так, друзья мои. Все, что не делается, все делается к лучшему. Итак, друзья мои, за первый сбитый. За ваше здоровье.
И за тех, кто очень любит юмор, любит и понимает. За вас, друзья. Обязательно лучок. Красота. Полная идиллия. На улице еще темно. Только сигнализатор светится. О, что-то есть. Что-то есть. Сейчас должен быть рассвет. Вот и ветер задул. И, друзья мои, ему на рыбалке. Что не сделаешь, чтобы сделать себе приятное удовольствие. И рыбка, и палатка, и чай, кофе. Писярик. И мы продолжаем ловить. Надо будет наживку поменять. Да, да, да. Ты снял это? Да, 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 да. Ты снял это? Да, да. С 1 апреля, друзья мои. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья!